Совершенствованию профессиональных компетенций учителя изобразительного искусства посвящена выставка в Центре непрерывного художественного образования МИОО, педагогический проект «Дизайн текстиль». В выставочном зале представлены лучшие работы студентов Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова, кафедра дизайн текстиля, гобелены, батик, текстильная пластика, проекты монументальных пространственных текстильных композиций. Мы здесь, в Центре непрерывного художественного образования, занимаемся учителями искусства. Мы повышаем их художественный ум, понимание места искусства в жизни. Мы хотим, чтобы эта выставка помогла нашим учителям понять уровень высокой профессионализма дизайна, уровень высокой вкуса, который несет строгановские работы и студенческие, учебные и дипломные. В школе должен преподавать настоящий художник, потому что дело не только в том, что он выступает или не выступает на выставку, он обязательно должен именно как художник понимать жизнь и уметь. И только так возможно творчество детей. А для этого он должен выступать на выставках, для этого он должен сам заниматься творчеством, и мы всячески это провоцируем. В рамках выставки 9 февраля состоялся открытый круглый стол, на который были приглашены педагоги московских школ, средних и высших учебных заведений. Дизайн, культура – это очень интересный вопрос, потому что в основном дизайн культуры сейчас управляют технологии, к сожалению, в отрыве от духовных ценностей, от интеллектуальных ценностей. И дизайн культура, конечно, проникла во все сферы, но ее недостаточно. В данном учреждении мы общаемся с учителями, которые будут нести вот эту информацию, эти знания детям. Формат мероприятия позволил учителям не только познакомиться с экспозицией, но и задать вопросы педагогам творческих проектов и обсудить актуальные аспекты преподавания дизайна в общем дополнительном и предпрофессиональном образовании. Дело в том, что если поместить учителя только в среду ему подобных и сравнивать его работы с его коллегами, этого недостаточно, потому что требуется выстроить каждому определенную траекторию развития, его движения, перспективы открыть. То же самое, естественно, через него нужно и для его учеников. Круглый стол с участием представителей высших учебных заведений совершенствует предметные и общепрофессиональные компетенции школьного педагога, способствует развитию дополнительного художественного образования детей, а также профориентации для старшеклассников. То, что мы сегодня обменялись мнениями и многое узнали друг о друге, мне кажется, это большое благо. И, конечно, радость вот этих работ, мне кажется, они тоже дают большой эмоциональный заряд, и, вы знаете, хочется что-то сделать с детьми новое.